В рамках празднования Великой Победы активисты Одинцовского отделения «Единой России» поздравили ветеранов, которые проживают на территории Одинцовского округа. В тероправлении «Жаворонковская» партийцы вместе с участниками спортклуба «Доступный спорт» закупили подарки, цветы, написали открытки и навестили всех ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Жаворонковском. Сейчас их здесь 25 человек. В больших Веземах к депутатам присоединилась одинцовская молодежь. Для ветерана ребята исполнили фронтовые песни. Также в рамках празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне единороссы провели традиционную акцию «Звонок ветерану». Партийцы и представители молодой гвардии по телефону поздравляли ветеранов с праздником, благодарили за мужество в годы войны и труд в послевоенное время.